Расскажу вам одну историю. В одном огромном пруду жило три рыбки. Эти три рыбки, они жили в этом пруду, были самые продвинутые. Все остальные существовали. И эти три рыбки считались самыми продвинутыми. И как-то пришел рыбак и расставил сети в определенном месте. И он расставил сети в том месте, где были эти три рыбки. А они между собой общались, эти три рыбки. И стал потихоньку тянуть эти сети. Эти три рыбки стали смотреть. Они окружены сетями, сейчас их вытянут, и все, смерть. И они видят, сеть приближается к ним, там берег. Так всех. И одна рыбка, которая была в гуне благости, она была утамой. Так, представим, что она не в гуне благости, даже была утамой. Она сказала: надо применить знания природы того, с кем мы встретились. Рыбак этот. И она стала говорить о его природе, о природе сетей, сейчас нас вытащит. Это было понятно всем. И мы все попадем на обед. Эта рыба стала говорить этим двум рыбам. Одна так внимательно слушала, а другая все. На сети на эти смотрела. И одна рыбка, вот эта умная, она набрала воздуха и всплыла кверху пузом. И этот рыбак раз, вай, дохлая рыба, да все испортит. Где дохлые рыбы, там таких рыб. И он так взял какую-то палку и эту рыбку за сети туда. Раз, 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 раз. И она так медленно брут и утонула. И раз там, и уплыла. И там за сетями. Вторая рыбка такая она была. Матьяма. То есть продвинутая среднего уровня. Она набрала воздуха. Набрала воздуха. И всплыла. И человек подумает, откуда они всплывают, дохлые рыбы? И он подошел, взял ее и стал так рассматривать. Стал рассматривать. И он уже дышать не может. Все равно не движется. Смотрел, смотрел. И в этот момент он так отошел в сторону. И в этот момент эта рыбка как забрыкалась раз из руки и в воду. И раз-раз-раз и уплыла тоже. И с той рыбы. Фу, фу, фу. Когда он открыл руку, она выпрыгнула. Третья рыба, она говорит, ну я тоже сейчас выпрыгну. Набрала воздуха, выскочила на берег и давай там биться. Потом раз, легла и лежит. И этот охотник подходит к ней, и она охотника только увидела так, а у рыбы всегда глаза открыты. Она только увидела этого, не охотника, а этого рыбака, и страх ее, прямо такой страх, и она в страхе начала биться в конвульсиях. И охотник подумал, о, хоть одна живая. И раз ее на крючок, такой, ну, это как веревочка или что там, проволока. Да, просадил ее. И она погибла. Она погибла. Почему? Потому что она подражала. Ни в чем не разобралась еще. Она просто подражала. Двум тем, которые понимали, как себя вести. Внутренне понимали. Могли сдерживать свои чувства.